Обнадеживающая статистика Минздрава. Почти каждый второй заболевший коронавирусом был успешно вылечен нашими врачами. Это 3089 человек или 47% от общего числа инфицированных. Сегодня после проведения 1267 тестов выявлен 151 новый случай. Total sunt înregistrate 6704 cazuri. Avem 266 de pacienți în stare gravă, 21 pacienți supuși ventilării mecanice. Cu regret avem și astăzi înregistrate cazuri de deces, 5 la număr. Numărul total de decese 233. Continuăm cu un indicator bun, 136 astăzi vindicați, în total 3089. По-прежнему главный удар принимают на себя те, кто на передовой. Из общего числа заболевших – 1400 сотрудники системы здравоохранения, 330 врачей, 545 медсестер. В Минздраве заявляют, что отслеживают ситуации в очагах и, в частности, в двух отделениях Страшенской районной больницы, где была выявлена вспышка. Ситуация. 54 de lucrători medicali vor fi angajați, vor fi testați în continuare. Secțiile de care am vorbit, chirurgie și terapie intensivă, sunt sistate la moment, dar își vor relua activitatea. Специалисты также отслеживают вспышку в центре размещения в селе Бодичены Сорокского района, где у 115 постояльцев подтвердили наличие вируса. 38 из них госпитализированы. Среди инфицированных и 37 работников учреждения. Их состояние удовлетворительное. Только один врач проходит лечение в больнице.